Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной видосик по десяточке и очередной трэш. Я вчера забрал два последних дракона. Как вы знаете, нам не хватало Арктики и дракона, и мы их забрали. Была вчера акция здесь Lucky Prospector. Там за 5 сундуков открытых я уже просто ночью забирал, поэтому не записывал. Я получил дракона, и Арктику я получил с роллинга. Вот Арктика. Давайте сейчас ее даже подкачаем. Как видите, силушка на аккаунте выросла. Не просто так она выросла. Я показывал, я прокачал. Так, надо сюда талантик. Я прокачал некоторых героев. У нас будет впереди очень много тестов. Потом я этот аккаунт разыграю. Соответственно, мы героев прокачаем в потолок. Ну, практически в потолок. Я хочу сделать интересный тест, на многих познавательный. Отлично. Ремочка. Такс. Не, на максималку мы качать не будем. Такая вот Арктика. И где-то должен быть еще дракон. Вот дракон. То есть, по сути, у нас уже есть все герои, кроме последнего, ну, скажем так, донатного героя. Это разруха. До разрухи мы не дошли. Сейчас я вам покажу, что у нас есть. То есть, аккаунт фуловый фактически. То есть, все топовые герои есть, кроме разрушителя. То есть, такой вот аккаунт. И сейчас я сделаю вам обзорчик, еще пооткрываю плюхи. В общем, прокачал я, давайте так, начнем с алтаря, покажу, что у меня есть. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 25 топовых героев, скажем так, для меня топовых. Я их отобрал специально, потому что у нас будет очередь тестов интересных. Вот остальные герои, которые у нас есть в игре, кроме разрухи. Можете написать в комменты, кого вы хотите, кого вы считаете и хотите еще видеть в тестах. У меня будут тесты героев, кто круче. То есть очень много будет разнообразных тестов. Возможно, Трифида, Френ, вот допустим, еще кого можно. Трифид, Френки, Дрейк, остальные, ну, используют так. Гергул, в принципе, тоже как вариант, тоже интересный герой. Да и Ведьма, ПВПшная, Ронин. В принципе, тоже неплохой герой, можно его тоже качнуть. То есть напишите в комментах, кого вы хотите, может и 30 сделаем. То есть можно сделать топ-30 героев, мы их прокачаем, будем тестировать. Это не все, вас ожидает еще один трэш. Ну, в общем, этот аккаунт потом будет разыгран. То есть по донату, по всему здесь полностью все. То есть топовый аккаунт, такого аккаунта вы на русском сервере не соберете. Аккаунт собран фактически там, не знаю, неделя, две недели где-то так, не больше. Надо посмотреть по видосам. Когда я его создал, был еще такой же аккаунт десяточка. Это тоже десяточка, но это ускоренная десяточка. Как видите, плюх здесь просто валом. Аккаунт для тестов создан. Ну, соответственно, я его потом разыграю. Возможно, буду новые качать, посмотрим. Некоторые пишут, хотят увидеть рубрику прокачка аккаунта. Ну, я вам скажу так, прокачка аккаунта на английском сервере намного круче может быть, чем на русском сервере. Все зависит от сервера. На русском сервере это, ну, это не прокачка, это издевательство будет, скажем так. Как видите, здесь куча плюх. За пару дней можно собрать топовых героев, топовый аккаунт, прокачать его и играть в удовольствие, не терять там пару лет, как на русском сервере. Да, разница, многие пишут, что теряешь интерес. Ну, интерес теряется игре после того, как ты играешь в игру пару лет, а на другом сервере ты делаешь то же самое за пару раз, и ты понимаешь, что нету смысла тратить пару лет, то, что ты потерял столько времени, кучу денег, и то, что ты сделаешь здесь, пофанишься, допустим, вот чисто ради фана. Игра должна приносить удовольствие, а не сидеть задротствовать в нее в ожидании чуда. Так, отлично, поехали, еще эти откроем. В общем, сейчас пооткрываем плюхи. Я вам покажу, что у нас на аккаунте есть. У нас герои все максимально 10-10 прокачаны. Восьмые, девятые таланты. О, ничего себе. Смотрите, с чем мы столкнулись. Вот так вот. Да здравствуют прорывы. 48.
перелимит. Вот так вот, ребятушки. Ну, нам книг не хватит, у нас книг не особо много. Так, окей, поехали, покажу вам, что у нас по ресурсам есть на аккаунте. Ну, то есть, тут с ресурсами проблем никаких нет. Все, что надо по ресурсам есть. Ордена, еще вот кулаки, дополнительно скины. Многие герои прокачаны. Сейчас я, кстати, посмотрю. У меня еще плюхи. Давайте так, начнем со скинов. То есть есть герои, куча героев. Уже повторки, по сути. По скинам тоже большинство скинов. Это такие, которые последние. Многие прокачаны, некоторые еще не открыты, потому что не было их. Это, в принципе, не проблема. До этого мы дойдем. Эти многие еще закрыты. Но основные топовые есть. Так, по зданиям. Давайте по зданиям пробежимся. Надо их подокачивать. Сейчас плюшки пооткрываем еще. То есть некоторые уже вот на максималках. Так, поехали открывать плюхи. Так, что это у нас подарочная? 68 тысяч. Смотрителей я не качаю, я уже могу их качать, но я смотрителей не качаю. Давайте пооткрываем. О, отлично. Посмотрите, какие. Топчик вообще на архидемона. В принципе, аккаунт готов. Сейчас посмотрим, что у нас по эмблемкам будет. Вроде как бы нормально все должно быть. Давайте пооткрываем. Я не знаю, хватит на место или нет. Чары. Чарки тоже топовые. Ну, то есть это все пятерки падают. Так что вы себе понимали. Но, как видите, Holy Conviction, вот, Священный Суд, падает очень плохо. То есть его проще купить, скажем так. Так, это у нас скины пошли. 100 коробочек. Это я вчера забрал большой пак. Там топовые плюхи просто были, и надо было его забирать. Давали лазулю там за них. Посмотрите, свалено, собрали или нет. Я думаю, собрали. 30, 60, 130. Да, свален есть, даже не один, скорее всего. Такс. Отлично. Так, с этими плюхами мы разобрались. Сейчас немножко еще здание докачаем. То есть здесь есть все для комфортной игры. Сейчас глянем. Эти я не могу уже открывать. Отлично. Додонились называется. Посмотрите. 2390. Аккаунту, ребят, только там чуть-чуть больше недели. Ну ладно, пусть, я не знаю, недельки две, наверное. Так, давайте сейчас поулучшаем. То, что можно еще. $69,216. Вот так вот. Ратуша уже 25 уровня прокачана, еще остались молотки, я еще не открыл шестую таблетку. Надо посидеть, позадротствовать, как бы я этим не заморачиваюсь. Вот видите, еще хаммеры осталось 340 штук, это вчера еще нам дополнительно дали. Для эволюции у нас уже, в принципе, все готово, у нас Минотавр уже первый герой, который с эволюцией. Так, с коробочки, вот на смотрителя камешки запас есть. Я думаю, этого маловато будет. Надо будет, наверное, счет, надо будет посмотреть, сколько надо всего камней. По питомцам. Пооткрывал сегодня сумки питомцев. 5500, но это обычные герои, их пока не продавали. Видите, обычных по 500, вот 1200. Хочу сейчас посмотреть. Денег.
Ну, обычные, видите, с обычными. Сейчас на... гляну, сколько у нас финика хватит. Заапгрейдим его. Хочу посмотреть, сколько надо было там. В районе 1000, да, нам надо. Сколько надо будет на максимальный ап нам их. Такое чувство, что будет скоро увеличение уровня питомца, поэтому они сейчас начали их усиленно, скажем так, продавать. Так, 27 уровень. Берем так, 1000, что у нас тут на рынке. Феника продают. Давайте еще заберем этот пак. Сейчас я забегу с планшетика. Потому что так и не переустановил эмулятор. Что-то вечно ног сглючит. Жалко, конечно. То есть по героям, как бы, у нас, в принципе, потолок. Единственная разруха. Может, мы и до разрухи дойдем со временем. То есть... это скоро. В общем, будет очень интересно. Так, это сюрприз наш. Так, отлично. Сейчас докачаем и посмотрим, сколько в среднем надо будет питомцев, чтобы определиться, не пропустить, потому что питомцы — это, скажем так, очень и очень нужная вещь. А, так, ну и они качаются, ну здесь они качаются реально очень быстро, на других серверах, конечно, печалька. Скилл нам пока качать не надо. 31, да? Маловато будет. Надо будет, наверное, еще забирать. В принципе, он и так рано или поздно докачается. Просто уже неохота потом возвращаться и заморачиваться. 180. 34, 35, да, надо еще один пакетик забрать. И думаю, в принципе, нам должно хватить тогда на всех. То есть 1700, где-то 2 с чем-то тысячи будут, даже больше. Питомцев надо, чтобы прокачать. То есть ориентируйтесь на такое количество. Ну, как видите, здесь паки хороши тем, что здесь продают очень много всего и разнообразие каждый день. Вам не надо ждать там неделю, две, три, чтобы купить того же самого Огника. Он здесь практически каждый день продается. То есть есть акции, где он вообще за десятку там плюс топовые герои. И вам не надо заморачиваться. То есть в этом плане английский сервер самый топовый с андроидных. Да, наверное, со всех, то есть оптимальное соотношение цена-качество, скажем так. Так, окей. Давайте так сделаем. То есть получается 1400, и 1000 у нас было, где-то 2 с хреном надо. Я не люблю залазить там в энциклопедии, смотреть, читать. Я навскидку смотрю. 34-й. То есть плюс-минус. Свыше 2000 надо. Вот так вот. Так, окей, значит, смотрим по остальным. Эти, понятно, что они не докачаются до максимума. Тут будет максимум, максимум 2600. То есть эти все докачаются. Все донатные докачаются. С этими, конечно,
Придется немножко повозиться, то есть придется забирать сумочки, их сегодня не продают, я в прошлый раз забрал, то есть раз где-то в неделю, в две сумочки продают. Что еще интересного? Так, ну, тут как бы все паки топовые, о, отлично, 264, надо будет тоже это заграбастать, сэкономим очень много времени на постройках, хотя в принципе постройки у нас плюс-минус достроены, но еще, конечно, не все, поэтому заберем еще эту тему. Вот так по чуть-чуть, мы, может, и до разрухи даже дойдем. То есть такой вариант тоже есть. То есть, по сути, 264 дня, даже если разделить, что у вас будет 5 строителей, убрать, то есть это 52 месяца, вы, грубо говоря, экономите, как минимум. 2 месяца на постройке. Это дофигище, ребят. В этом плане это тоже очень-очень топово, когда продают такие. Потому что постройки очень многое решают на сегодня. То есть такой вот аккаунт. Вы приблизительно видели, что у нас уже есть. Но это, конечно, не все. Я буду героев дальше качать. Такс. Что-то мы пропустили один день. Такс. Вот так вот. Еще плюс 160. Самики тоже, как видите, здесь вообще топово. Плюс 8000 самов. Это нормальное явление. То есть, как видите, по чуть-чуть самики. У вас все есть. Вам не надо тратить самые. Пойдут на созвездие. Хотя, я думаю, скоро и созвездие сделают донатными. Все к этому идет. Так, что я вам еще хотел показать. В принципе, я вроде так. Давайте выберем скилл. Вот так вот. Пройдено здесь, волны не проходились. Подземки я прошел одним героем. Показывал этот видос, есть. Короче, еще ждет куча трешечка, куча локаций. Все, в общем, впереди. Будем тестировать очень многое. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ставьте лайки, как обычно, участвуйте в конкурсах, еженеделька есть, она не отменялась, я жду просто призов, чтобы разобраться с предыдущими, разыграю уже, сколько мы там, 2 недели пропустили, значит, будет 2 призера еще, просто все равно бессмысленно разыгрывать на русском сервере, там многие играют с iOS, если с iOS там проще будет, с Android английского тоже проще будет. А вот с русским сервером печаль полная. Ну, в общем, ждем. Все, всем удачи, всем пока.